мама пила, бабушка выпивала. Дедушка работал всю жизнь на заводе. Соответственно, так они получили эту квартиру. Здесь непонятно, что творилось. Пьянки, тусовки, гулянки, как бы. Ну, аморальный образ жизни, как бы. Соседи запаниковали. Естественно, били тревогу в опеку, в полицию. Некуда будет, придет он сюда. Жить с ним в одной душе, я считаю, это опасно. И подвергать свою жизнь и жизнь своего ребенка я не намерена. Когда мы выходили из детского дома, жилье нам не предоставили. Даже ремонт не сделали. Ссылаясь на то, что эта квартира не только наша, но тут и прописаны еще как бы родственники. Даже если он пришел в себя, там он под препаратами, а здесь нет. Он сам их пить не будет. Наблюдаться в качалу не будет. На принудительное лечение он 2 раза в год направляться самостоятельно по согласию своего не будет. И он также придет сюда и будет дальше убивать. Вообще, на каком основании его сюда? Он же психически ненормальный. 2 раза человек сидел. Психически ненормальный вот из-за того, что он убил. Его же в психушке держали.